Раненые есть? Мама, наверное, плевали. Раненые люди вот здесь. Мама, тут вот сюда. Где раненые? Раненые, ну там... Тихо. Раненые еще есть? Давайте вдвоем попробуем. Давайте, мама. Смотрите электричество. Аккуратно. Женщина, вы меня слышите? Давай, на зафарингалку. Я держу плиту, она на нее ложится. Турникет, два турникета оттуда. Как вас зовут, женщина? Рука тоже ранена. Рука. Давай. Раз, два. Тихо. Оп. Понесли. Там уже трое есть. Понесли. Тяни. Тяну. Все. Давай, братик. Давай. Центр, возьми центр. Еще было. Давай. Переломанная левая нога, открытый перелом, бедро. И она пробыла под завалами. Остальных тоже перелом и контузия. Давай. Все. Там есть еще под завалами, люди еще привезут. Подивіться, які наслідки. Ракета прошила дах і пробила повністю два поверхи будівлі. Ось так виглядає двоповерхова будівля. Можете такое сделать шикарно. Я вам домой.